Здравствуйте, вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я покажу вам, как я почистил изделие из мельхиора и серебра. Так как обычные чистящие средства с этой задачей не справляются, то для этого понадобится другой способ. Также данный способ подойдет для чистки изделий из нержавейки, алюминия и других сплавов. Для чистки нам понадобятся такие ингредиенты, как пищевая фольга, сода и соль. Для демонстрации данного способа я нашел у себя дома кухонные приборы из мельхиора, которые много лет лежали без дела и очень сильно почернели. Также таким способом я собираюсь почистить серебряное кольцо и серебряную цепочку с подвеской. Итак, приступим к процедуре. Для начала нам нужно завернуть все изделия в пищевую фольгу, в один слой будет достаточно. После того, как все изделия завернуты в фольгу, нам нужно их сложить в кастрюлю и залить водой, так чтобы вода полностью покрывала содержимое кастрюли. Далее в воду я высыпал 3 ложки пищевой соды. Точной формулы, сколько нужно сыпать соды, нет, так что я сыпал на глаз. Столько же нужно добавить в воду соли. Для этого добавляем примерно столько же соли, сколько и соды. Далее ставим нашу емкость на печку и включаем конфорку. Ждем, когда вода закипит. После того, как вода закипела, нужно кипятить изделие еще примерно 20 минут, и поэтому засекаем время. Итак, на моих часах прошло 20 минут, я выключаю печку и снимаю ведро и жду, когда вода остынет. Далее сливаем воду и достаем содержимое из кастрюли. Всю процедуру, как я доставал кухонные приборы, я сократил и теперь показываю вам конечные результаты. Как вы видите, кухонные приборы из мельхиора теперь блестят как новые. То же самое можно сказать и об изделиях из серебра. На этом все, друзья. Пользуйтесь этим рабочим способом и делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже узнали об этом лайфхаке. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч!